Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Doom. И мы в царстве Титана. Нам нужно забрать Фигила, Горнила, Сверлила и не знаю что еще. Вот мы сейчас туда пойдем, вот. За этим самым Горнилой. Горнильным Горнилом. Тут что-нибудь есть? Ничего здесь нету, и это плохо, это очень плохо. Но самое главное, что у нас есть патроны. Какая мерзость, какая мерзость, а? Ну нет, нет, ну ты чё, офонарел что ли? Умри, пожалуйста, будь добра. Еще. Я смотрю, в царстве Титана прям целый выводок. Обкака демонов. 17 патронов у меня осталось. Я потратил 18. Это получается... Сколько я залпов сделал? А я и не помню, сколько я залпов сделал. 22. Нормально. Жаловаться не будем. Вот, бронька мне нужна. Бронька мне нужна категорически. Категорически, эмпирически. Идемте, идемте, идемте. 60 патронов у меня с собой. Я горжусь нами, друзья мои. Опа, 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 опа. Не, сперва я вот с тобой разберусь. Да, угу. Тебе больно? Курица довольна. Помри, гаденыш. Как хорошо мы прокачали, а. Все, все. Блин, у нас осталось 4. 9. То есть получается, что одна эта коопка дает 5 зарядов, 5 ракет. Ну что ж. Ладно. Будем экономить тогда. А к чему меня доведет экономия? Я ж не знаю, сколько надо в каждого. Да не, это будет очень рукожопая экономия. Ой, как я промазал. Но сейчас-то я не промажу. О, сколько там всех, сколько там всех. Ну-ка. Я погиб? Нет, я живой. О, я куда-то упал, и вот я, мне прилетело. Угу. Где он там? А, вот они, господи, ты ж боже ж мой. Я думаю, где деятели? Давай-ка я тебя сейчас грохну. А к вам, месье, у нас будет отдельный разговор. Подлети, пожалуйста, будь другом. Все. Пулемет решил, да? Да? Пулемет решил, ну... Меня не устраивает, что на ракетомет закончились патроны. Мне нужны патроны. Это что? О боже. О боже. Почему такие сложные механизмы? Почему такие сложные мазерфакер механизмы? Ой, ой, ой. Сколько, 10? Нет. Пока 13, отлично. А вот это что такое? Это, наверное, этот. На пулемет, да? Да, это на пулемет. Итак. Разве не такой знак мы видели, когда мы в своем этом в скафандре лежали? Что-то похожее на это. Ну ладно, мы расследование проводить не будем. В нем особого смысла нет. Мне кто-нибудь объяснит, что я здесь забыл? Ну, наверное, надо вот здесь что-то сделать, нет? А, вот же, господи, ты аж боже ж мой. Ну давайте, чё, я жду. Не-не-не-не-не, на вас я не буду тратить, я вот так сделаю все это. Сдохли? Сколько вас там сдохло? Пинки, пинки, пинки! Вот скотина, не успел я, ну ладно, ну давай. Ну, Пинки, ну по-братски, я жду тебя, мой пупсик. А, ты не можешь, да?
И что мне с тобой делать? Так будет очень долго. Нет, это оказалось недолго. Или я в спину ему попал. Ну ладно, у меня бронька, в принципе, была, это не страшно. Она меня защитила. Можно похулиганить. Тогда, я думаю, вот так будет. Так будет лучше. Мы с вами совершаем государственное преступление, не используем штурмовую винтовку. Но она без надобности, в принципе. Честно говоря, от души душевно в душу. Ла-л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 а. О, здорово! А я думаю, кто это там хочет ко мне прийти такой красивый и страшный? Не, родной, так дело не пойдет. Все. До свидания, пупсик. О, давай-ка, фарм броньки. Продолжаем. Куда он делся? Это, видимо, игра криво так работает, что он куда-то перескакивает. Все. Получается, с четырех противников мы нафармили 24 единицы брони. Ну, не знаю, что сказать вам, друзья мои. Ну, в принципе, практически полностью все мы восстановили. И чито это. О, отлично. Их проще просто там в проходе выбежал и бить, и все. Так, 71... А, вон оно что. А что я открыл? Мне кажется, друзья мои, что вот этот в той комнате, которую мы пробежали, какой-то огонек перестал, наверное, светить. А нет. Все оказалось гораздо прозаичнее. Мне огонек перестал светить. А манкубус откуда-то вылез. Да не, забудь про это, родной. Просто забудь и все. Да говорю тебе, забудь. Ну что ты как не пацан, я не знаю. Успокойся и все. Патроны, бронька есть. Ну, я, честно говоря, думал, что мы с вами там что-то откроем. Но нет. Или я... Сейчас кто-нибудь вылезет, я думаю. Ну, естественно. Иди отсюда. Так, это что у нас? Это у нас импульс. Это Rocket Launcher. По мне кто-то палит? Пока еще не палит, но я думаю, будут. Так, это мне не надо. Да поменяй. Вот. Ну, с тобой-то мы разберемся, понятно как. Так, вот так. Мне надо экономить их. Прости, родной, я не могу в тебя 4 выпускать сразу. Быстренько фармим мне броньку. А с тобой... Засранец, у нас разговор отдельный будет. Так, ты сюда иди. Алло, ну ты чё, прифонарел что ли? Давай, вот. Я знаете, что не пойму, друзья мои? Может, вы мне в комментариях напишите, почему иногда он убивается сразу, а иногда какая-то дичь происходит. Чё, он зацепил меня? А, ладно. А так если? Ло-ло-ло-ло, никого нет дома, никого нет дома, никого нет дома. И Людмилы Федоровны тоже нету. И Анатолия Сергеевича тоже нет. Сюда иди. Я не знаю, кто эти люди, про которых я говорил. Это просто, наверное, хорошие люди. Наверное. Импульс я вообще не использую, вы знаете почему. Так, иди отсюда. В смысле? А я уже этот удивился, думал, где все. Ла-ла-ла-ла. Что я делаю? Зачем я на этом мразь трачу гранатомет? Ракетомет, точнее. А? Ну ты спускаешься, зайчик. Ты красивый. Алиса, девочка моя. Ты быстро, но я еще быстрее. Все? Так, ну это вот так. Сколько их там осталось? О, здорово. Это кто? Манкубус? По-моему, это Манкубус. А давайте, знаете, мы чё? Вот с пулемета постреляем. Да. А, это Пинки. Не, ну Пинки я так не убью, конечно. Это чушь.
Так, давай, иди сюда, родной, вот так. Ну все, до свидули, ты умер, да. Ты вот что хочешь, объясни, вот что ты хочешь, чего ты пришел? О, Пинки, ну давай, да, молодец. Промазал я, да. Смотри, смотри, стена, опа, все, до свидули. Мы с ними справились, мы молодцы. У меня очко улучшения оружия. Ну чё, друзья мои, будем применять импульс или не будем? Что это? Что это? Где это? Зачем это? Так, заберем. О, здравствуйте, мужчины. Кто там? Фарм. У нас фарм, фарм, да. Тебя вообще-то никто не звал сюда, но... Все. У нас еще бензопила есть. А мне интересно, манкубеныша можно перерубить от одной бензопилой, а? Ща я чую, повылазит. Ну, у нас есть бензопила, в принципе, че. Там я слышу звуки, и вы слышите, да? Эгегей! Хоп-хей, ла-ла-лей! Надо, чтобы эта хрень открылась, да? Что, уже пришли? О! Ну нет! Ну нет! Ты что вообще хочешь? Иди отсюда. Тебя никто не звал. А сейчас позвал я, да. Быстро-быстро. Припасы на мой любимый дробаш. Смотри как. Оба! Там кто-нибудь сзади есть? Наверное, есть. Быстро броньку мне. Немедля. И вот так. Красиво, красиво завершаемся. Смотри как. Опа, опа. Раз, два, три, четыре. Опа, пиги. Пиги, 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 пиги. Аристарх Сергеевич, вы здорово изменились с момента нашей последней встречи. Красиво, да, он уже мертвый летел практически ко мне. Сюда подошел. Не-не-не-не, это без вариков, родной. Это без вариков. Кто там? Кто там? Кто там? Оба, радиоактивные. Ну-ка, 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 ну-ка. Сколько ты выдержишь? Скажи мне, пожалуйста. Ну, смотри, какой ты деловой. Да плохо. О, там еще один есть манкубус. Ладно, тогда вот так. Где он? Мне срочно, Ну, конечно, мне хилка нужна была. Ладно. Сейчас я их размотаю. Стыдно, конечно, гибнуть на такой сложности. Очень стыдно. Ну, разгильдяйство мое, разгильдяйство, да. Так, идем. Че, они пришли уже, появились? 34. Вот, отлично, 98. Это что такое? Это квад? Наверное, квад, да. Ну, не сейчас, не сейчас. Квад не сейчас будем использовать, если вообще будем использовать. Ты посмотри на него. Да иди отсюда, не мешай. Не мешай серьезным дядькам отношения выяснять. Мелочь ты пузатая. Где, где, где? О! Отдыхай. И бонаква, и бонаква, луч. А, он взорвался? Все, да, взорвался. Где еще? Иди отсюда. Кто там, где там? Мы вот так поднимемся. Я слышу звуки. Пинки, пинки, я слышу пинки. О, импушка у нас. Что-то почувствовал себя мужчиной. До свидания, родной. Все, все, броньку вижу, да. Где он? Так, он нет, внизу. Привет. Опа. Я тебя не звал вообще-то, алло. Не звал я тебя, иди отсюда.
О, еще один деятель. А вот и Пинки. Вот это плохо. Вот это очень плохо, потому что... Промазал. По ком я жахну? А, давай. Ой, хорошо. Я попал по Пинки. Я все-таки по нему попал. Ты что, живой еще? Да уйди отсюда. Не мельтеши. Да я с дядьками разберусь. Не беси, пожалуйста. Не дают мне с дядьками разобраться. Я ж прокачал вроде управляемость. Я должен вообще был как на Ту-154 летать на нем. Так, иди-ка сюда, товарищ. Запустили? Там что, радиоактивный, что ли? Который зеленый? Да нет. Он живой. Где? Откуда? Откуда ты взялся вообще, алё? Вот это плохо. Это очень плохо. А, вон он. Не-не-не-не-не-не-не. Забудь про это, родной. Просто забудь. Так, с тобой я сейчас разберусь отдельно. Ничего, почему ты не сдыхаешь? Все, много патронов я на тебя потратил. Иди сюда. Где это говно? Почему я должен бегать и тебя искать? Объясни мне, пожалуйста. Ты должен прийти искать. Лев, я пришел, распили меня, пожалуйста. Так, до свидания. А я еще хожу, трачу свое время, ищу его. Ай! Нет, это надо было так промазать, а. Где? Ну, это я сейчас заберу, естественно. А, там еще один есть. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Живой? А, вот это вот я не ожидал увидеть тигра, да. Где он? Где он? Это тревожный симптом. Это очень тревожный симптом. Больной. Вам надо сдохнуть. Причем, чем быстрее, тем лучше. И вам надо. Вообще здесь вам всем надо сдохнуть. Ты в курсе, нет? Вот, отлично. Сколько в тебя я уже высадил, говнатый кусок. Я что, не перед... Понял, да? Понял, да? Кто там еще есть? Еще один. Да не, вы шутите. А у меня нету БФГ. Так, чем бы его убить, эту гниду? Нет, не этим явно. Этим я не буду его убивать. Так, что надо-то? Что, собственно, надо? Надо, 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 надо. Сколько у нас? 13? Ну, должны, по идее. Где он? Он внизу? Очень он меня тревожит. Хороший раньше мужик был, в домино играли. А сейчас превратился фиг знает в кого. А у меня нету никакого орлиного зрения. Жалко, БФГ нету. Где он? Мужик, ты где? А, ну, нормально, в принципе. Так тоже можно, чё. Смотри-ка. Типа ты меня достаешь, что ли? Чё за фигня? Всё. Эффективное распределение имеющихся ресурсов. Хитрости убили. Не хочу я с ним связываться. Он все патроны на него... Ну где? Все патроны на него потрачу и все. И никакого толку от этого не будет. Такс. Давайте теперь собирать. Ух ты. Аптечка. Агилки будем собирать. Агилки. Так, это импульс. Это все не надо. Кстати, это все не надо, оказывается. Ну, давайте еще. Где этот труп обезображенный? Покажите мне его. Я хочу видеть его голову! Нет, сюда я еще пока не иду. Рано. Ну-ка.
Так. Без броньки тяжко. Да. Очень тяжко. Придется, видимо, импульсом работать, потому что, ну, херня лютая происходит. Меня пытаются, конечно, побить всячески, убить. Я не даю, но они не унимаются. Мой бог, что это? Что это? А, это автокарта. Какая интересная автокарта. Не-не-не-не-не-не, ну вы чё? Убил? Ты еще летаешь? О! Смотрите на этих ребят веселых. А, вон там еще башка одна. Ну вылези, пожалуйста, вот. А я не могу, а, могу. Так. И дайте-ка мне, пожалуйста, вот это. Пошел вон. Ну да. Надо умереть за родину, за Сталина. Ну что, бежит он, нет? А че он не летит ко мне? Ну наконец, ну давай, вот так, красавчик. Вообще прям огонь. Сколько у нас единиц? 15 единиц брони. Неплохо. Очень неплохо. Так, это очередные разноцветные черепа. Мы будем искать, да? Мы будем искать очередные разноцветные черепа. Сколько у нас получилось их? 32, отлично. Нам нужно еще 11 патронов, чтобы боезапас дробовика был полностью заполнен. Ну ладно, игра, окей, уговорила. Куда нам предлагают взлететь в этот раз? А там что? А, это верх этого чудо-замка. Ну и где черепа? Вопрос нескромный. Опять какой-то дебильный конкурс с черепами. Мне это бесит вообще, если честно. Почему я должен в шутере думать? Вот мне кто-нибудь объяснит? Я думаю в думе. Это следующий шаг на пути к развитию. Думать в шутере. Ну и... А там что? Не могу я ничего здесь понажимать. Так. И что делать? Что делать? Кто знает, что делать? Ладно, поднимаемся. Не просто ж так здесь это есть, наверное. Давайте посмотрим повнимательнее. Там... Да, здесь ничего абсолютно. Пути здесь нету. А ну-ка. Вон оно чё. Ну это жёлтенький, правильно? Жёлтый череп взято. Вот так, значит. Это чтобы меня, наверное, не убило, да? Я так думаю. Давайте посмотрим, что сие значит. И? А, это я открыл дверь? А, ну желтенький череп, вот он. Вот, да. В смысле, она не открывает его? Я же взял желтенький череп, что не так? Ужас, какие сложные конструкции. Да не, ну вы подкалываете, что ли? Здесь воевать мне предлагают. Угу. Так, давай что-то подвинем. А что я подвинул, как его открыл? Если бы еще понимать, что я открыл, было бы совсем прекрасно. Претарианский жетон.
Так, я нашел какие-то артефакты. А, это неуязвимость. О, я думаю, что это такое? Зашибись. Я еще уязвим? Да, я еще пипец. Я уже уязвим, да. Ну ладно, хрен с ними. Ну я вообще, короче, приучился тут же к халяве. И решил, что так будет всегда. Дальше что? Так, вон там есть какой-то выход, правильно? Где тут выход? Где здесь выход? По-моему, я его... Вот это сейчас что было? Он сейчас сам решил сместиться. Вот он, выход. Я правильно все делаю? Ну, судя по всему, да. Кто это? О, Пинки. Ну, давай, Пинки. Идешь, нет? Скотина. Я попал. О, гаденыш. Пинки, я тебе в хвост выстрелил. Ну, сдохни уже, пожалуйста. Что-то их до хрена поросят. Где он? Ну, что, бежишь, нет? А за этим никого нету. Ну, естественно. Вот это что сейчас было? Вы видели? Каким образом это было вообще? Я в него... Что происходит? Я сейчас помру. Где выход? А где выход? Так. Вот выход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бронька. Пинки вышли оттуда уже. Замечательно. Но этого я убил. А второй где? Так, подожди-ка. Порося, давай. Вот. Это узко. Давай. А так если? Скотина. Вот так если? Ну? Ну давай, алло. И все. Очень тяжело с ними вот в таком помещении воевать. Кстати, кислота. Я один красивый. И никого больше нет. Так, давайте сейчас все это соберем. Заберем вот это. Броньку прокачаем, наверное, да? Или хилку. Так, ну патронов у нас максимум. Давайте здоровье прокачаем. До 150 единиц. Да, так будет лучше. Все здесь забрали. Это что? О, хрен его знает, что это. Так. Жмем. Пинки. Охотясь на жертву, демоны Пинки бросаются на нее, используя в качестве тарана прикрывающую лицо костяную пластину. Они стремительно разгоняются, но не способны быстро остановиться или повернуть. Этим можно пользоваться, заманивая их к обрыву или прочной стене, чтобы оглушить. Вблизи Пинки досаждают нападающим чувствительными укусами. У этих демонов плохое зрение, и для поиска врагов они главным образом полагаются на острый нюх. Их слабым местом можно считать тонкую шкуру по бокам, плохо защищающую от атак. Из порталов нередко доставляли... обглоданные кости Пинки. Это позволяет предположить, что водой эти создания считаются деликатесом. Да? Артефакты. Неуязвимость. При поглощении этот стимулятор вводит волокнистый слой эпидермиса аргентплазму, создавая под кожей прочную пленку биоплазмы, защищая от внешних атак. Этот эффект может рассеяться от продолжительного воздействия. Биоплазма вступает в прямой контакт с нервными клетками под кожей, вызывая при этом сильнейшую боль, которая в свою очередь повышает вероятность того, что разъяренный и лишенный рассудка демон будет бросаться даже на тех, кто ему не по зубам. Интересно. Территория. А что мы там пропустили? Давайте почитаем.
царство Титана. Когда пилотируемая экспедиция проекта «Лазарь» окончилась катастрофой, было решено избегать святилища Кадингир, пока эта область не станет более пригодной для исследований. Целью второй пилотируемой экспедиции проекта «Лазарь» стала территория, названная Великой Степью. Скрижали Каракса детально описывает эту область. Через царство Титана и дальше к Великой Степи, где веками хранятся плоды наших побед. Ложные идолы, изгнанные в пустыню. Их башни пали, их деяния стерты, их священные залы пустуют. Беспощадная память о том, что все народы падут перед возвышением великих. Все прочитали хорошо, да. Угу. О, а серию-то, друзья мои, заканчивать надо. Уже время... Что это такое все-таки? Я вот не понимаю. Это как какое-то оружие, что ли? Давайте хоть посмотрим, куда нас дальше-то заманивают. А то-то что-то... Никакого понимания у меня нету. Подождите. Но сюда мы не пролезем, это однозначно. Конечно. И выход у нас там один был. Ой-ой-ой-ой, как все плохо. Может быть, куда-то сюда надо? Хрен его знает. А это что? А, вот, желтенькая. Желтенький череп. На что это похоже? Что, опять воевать будем? Да, будем опять воевать. Это что за издевательство надо мной, а? Что за издевательство, я спрашиваю, надо мной? Я серию собирался заканчивать. Вылезли. А, даже так? Ну ладно, чё. Хорошо, чё, вы сами этого захотели. Так, чё у нас там, патронов нету, да? Уже есть. Здорово, Ту-154, здорово, а, ты все-то, тебя, видимо, зацепило, да, ну ладно, 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 пошел ты, вот так, абана, абана, кто там, иди сюда, пупсик, Алиса, девочка моя, что такое, ты быстро, но я еще быстрее. Я вижу там броньку, я вижу там броньку. Это чудесный подарок. Что за звуки? Это что, этот рогатый, который? Это... Это как надо было умудриться вот так грохнуться, чтобы аккуратно под эту хрень упасть? Ну как так? Ладно, дорогие друзья, это была такая затравочка. В следующей серии продолжим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.